На полях Экспо Китай-АСЕАН состоялся ряд встреч на высоком уровне. Так, премьер Госсовета КНР Ли Цян провел переговоры с коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом. Глава китайского правительства напомнил, что в марте этого года две страны достигли важных договоренностей по совместному строительству сообщества «Единой судьбы». В следующем году Китай и Малайзия отметят 50-летие дипломатических отношений. Премьер Госсовета КНР призвал использовать этот повод, чтобы укрепить межгосударственный диалог. Кроме того, Ли Цян заявил, что Китай готов к сближению стратегий развития двух стран. Это включает дальнейшую реализацию инициативы «Один пояс, один путь» и соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Анвар Ибрагим, в свою очередь, подчеркнул, что Малайзия высоко оценивает выдвинутые Китаем планы по глобальному развитию, безопасности и глобальной цивилизации, а также готова наращивать обмены с китайской стороной на всех уровнях.